Рассмотрев обращение командира войсковой части 3678, Десногорский городской совет разрешил использовать герб муниципального образования город Десногорск в символике боевого знамени, эмблемах и других геральдических знаках войсковой части, при условии соблюдать изобразительное соответствие и требования по размещению. Рассмотрев обращение администрации, депутаты приняли решение передать безвозмездно в собственность сельских поселений Якимовичи, Сорокорения, Богданова, Крапивны и Костыри Руссольского района детские малые игровые формы согласно приложениям. 442-м решением городской совет утвердил ставку платы за единицу древесины, заготавливаемой на муниципальных лесных участках. Учитывая законодательство и рекомендации публичных слушаний жителей Десногорска, депутаты внесли в правила землепользования и застройки пункт, который позволит приступить к строительству храма в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия в Сосновке.